посмотрите внимательно на этот рисунок. Что вы видите на этом рисунке? Некоторые из вас скажут, что это китайский знак Ян и Инь. Но если внимательно посмотреть, что мы здесь увидим? Мы увидим, что это буковка R, это O, а это D. И мы с вами прочитаем род. Оказывается, наши предки, славяне, знали этот символ. Это символ и знак рода, один из символов и знаков рода. Славянин, славян инь. У славян было понимание, что род – это единство и противоположность, и сотрудничество двух форм Вселенной. Активная форма бытия, стихия огня, воздуха, и более спокойная, пассивная форма бытия. Это стихии земли, воды. Посмотрите, R похоже на мужчину с могучими плечами, а D на женщину с бедрами. Мужское начало Ян дает силу, энергию и дает семя, и женское начало взращивает его. Человек – это лоноплодная структура. И славянину очень важно сгармонизировать и преодолеть дуальность на основе истока. Когда мы смотрим в целом и понимаем, что в мужчине есть Ян и Инь, и в женщине есть Ян и Инь, просто в мужчине Ян больше, а в женщине больше Инь. И когда мужчина и женщина встречаются, они дают полную гармонию. Есть такое предание, что мужчина еще не человек, и женщина еще не человек, но вместе мужчина и женщина создают человека с большой буквы, который может творить настоящее и будущее. Красота, богатство русской земли. Вот слушаешь такую музыку, и столько веры сразу появляется. Вот, ну, как человек злой может играть на таком инструменте? Народилась снова солнышко,
Новое солнце золоторунное, мал-дитя чудо-чудное, чадо-свет расчудесное. Народилась дана радость всем во спасении Святой Руси. Благовысшее единение, благовысшее просветление. Заезжались гости славные, гости званые на пир честной. Как садились душа в душеннику, роду песнь запели дивную. Как садились душа в душеннику, роду песнь запели дивную. Души песни отогрелися, щеки ой как раскраснелися. Ноги в пляс пошли, разгулялась кровь. Веселись, вся Русь, веселись, народ. Ноги в пляс пошли, разгулялась кровь. Веселись, вся Русь, веселись, народ. Спасибо большое, спасибо большое.